Всем привет! В эпоху, когда рынки повсеместно по всей Самаре сносят, решил прогуляться по одному из самых легендарных мест Самары, если имеется в виду торговли. Это по птичьему рынку. Сейчас попробую проникнуть, не знаю, пустят, нет. И стало интересно, недавно здесь не бывал, лет 20. Стало интересно мне, что же тут происходит. Вот вы видите шаурму, всякую. Так, а где же вход? Это что ли вход? Народу мало, потому что сегодня понедельник. Сейчас мы перейдем улицу. И прогуляемся, посмотрим на цены, на расценки на птичьем рынке. На ассортимент товара, конечно, тоже. Идем. Мясо шаурмечное. Шаурма. Видочки снимаешь? Чехол, да? Ты смотри, что тут от рынков осталось. Их же сносят повсеместно. Чехол почем стоит? Да, там, уберите ли свои? Конечно. Объяснил. Все, камеру спрятали, во-первых, попросили, во-вторых, полно нелегального товара. Это очень полно. Рынок функционирует. Причем функционирует он именно на нелегальных товарах. Поэтому приходилось камеру прятать. Нашел в этот самый. Ну, вкрытую часть. Посмотрим, что здесь творится. Рынка все более-менее нормально. По крайней мере, никакого подвоха я пока здесь не чувствую. Мир плитки. Ну, пол грязный. Грязный пол.
ориентирую. Вывеска на таджикском языке или на киргизском. Явно работают нелегалы. Прикольные обои. Вы хорошие. Что-то начинается. 1300-1500. Такие побои на кухню дошли. Здесь все достаточно более-менее цивильно. Это на первый этаж, сейчас попробую на второй пройти. Через парапет. Самая жопа творится, это, конечно, около входа-выхода. Понятно. Я думал, птичку уже давно снесли. Вот. Так, видим. На цоколь. Нас приглашают. То же самое, мебель все стандартно. Не хочу на второй. Вот по такому парапету идем. Идем на второй этаж. Тут у нас парикмахерская. Парикмахерская. И дальше безымянки. Да, все здесь сделали по-цивильному. Конечно. Второй этаж. Камины. Ну что, зайдем? Зайдем. Парикмахерская.
Еще на третий этаж. Через пропет вот он где. Птичий вид с окна. Так, это здесь все прикрыли. Что действительно приятно, что рынок функционирует. Плохо то, что тут какие-то левые типы. Ну, для рынков это самое обычное дело, но тут прям уж ярко какие-то левые типы работают. Хотя чурок я не встречал еще. Но могут попадаться. Наверное, они по выходным работают, если в понедельник. Это, конечно, будет, да, и на рынке, на Олимпийской. Это открыто, знаешь. Закрыто, вот где не работают чурки. Наверняка вот здесь вот. Кабель. Сейчас товары. Самое время сказать, где же мы покупали обои 20 лет назад. Обои мы купили, я точно помню, там. Там еще был продуктовый, но может, значит, продуктовый я не скажу, но... Шубу. Газа. Ну, в общем, полный тотальный нелегал, ну, кроме крутой части. Сейчас выхожу с Кировского. Ой, с Кировского. Пробую выйти на Безымянку. Не знаю, зачем мне это надо, но просто интересно. Ну, рынок полупустой, ну, в принципе, понятно, понедельник. Охуенно его знает, куда я. Слушай, вот хорошо, что я днем иду, а то вечером могли бы камеру отжрать. Кстати, вам тоже урок, ходите по рынкам по будням. А, вон перегон. Сейчас полюбуемся на поезда. Это еще не конец, я еще не вышел, оказывается. Сейчас птичий. Сорок. Сто лет 10 рублей. Собака хромает.
Моя бедняга. Сигареты. Чай, кофе. Если школьникам продают, вот сейчас школьники зашли. Сейчас. Вот. А вот теперь мы выходим на перегон со станции Безымянка. С него тоже хороший вид открывается на птичий рынок. А впереди виднеется застройка. Но я думаю, что вывод ясен. Значит, рынок работает. Товары, как всегда, нелегальная часть. Часть вполне легальная. Такая вот быда. А мне еще остается на поезда полюбоваться и пойти домой. Еще не снесли птичку. Работает на птичке. Найдется все, если вы нарушитель закона. Пока.